Всем привет, с вами Сифпро, и сегодня третья часть выживания Minecraft Pocket Edition 0.12.1. Так, вот нас грузил смерть, тут ко мне, походу, пришел Эндермен, так. Куда-то телепортировался, давайте. Так, сегодня я собираюсь пойти в ад. Там маленькое пособирать, чем так, вот ты, вот все, ты умер. Так, побежали в ад. Кто смотрел вторую часть, те видели то, что портал у меня уже был готов. Сегодня я вот хочу собрать адский камень. Тут я уже был. Маленько тут нашуровал, так сказать. Побаловался. Так, вот, соберем маленько адского камня. Не знаю, зачем я его собираю, но просто так, так сказать. Конечно, было бы хорошо найти адскую крепость. Если честно, я еще не доходил. Ну, кварц тоже, от него толку большого нет. Так, сломаем, ну, просто для коллекции. Типа я был там в аду. Так. К сожалению, с одного блока кварц дропается тоже одна штучка кварца. Ну да, конечно, как бы так, долго собирать его надо. Ладно, давайте. Так, тут я, как видите, был. Так, почему-то это я не замечал, тут я еще не был. Так, я хочу найти песок туш. Да, я ни разу его не находил еще. Сейчас камень у меня есть. Так, что там внизу интересно? Давайте спустимся. Там вижу песок душ, да, вот тут очень много песка душ. Так, опа. Ну, давайте его соберем. Тоже его собираю, не знаю зачем, просто так. Ну, конечно, с ним можно делать ловушки, поставить песок душ, а сверху там поставить блок, чтобы мобы попадались в эту ловушку. И кто заметил, опять такая генерация в аду, то, что появляется гравий, говорю, это, наверное, все баги, надеюсь, все это исправит. Ну, грибы растут, я не помню, в аду, наверное, должны расти грибы. Пишите комментарии, должны или не должны. Заодно будет, как бы, урок мне. На ПК, потому что я очень давно играл. Так, я ломаю удочку, это очень странно. Наверное, песок душ ломается лопатой быстро. Но мы ломаем удочкой. Так, ну давайте теперь выберемся наверх. Для этого я, наверное, возьму адский камень. Да, у меня он достаточно. Все равно у меня будет тупо лежать. Минимум я его только подожгу, чтобы как костер был. И скоро я планирую, кто углядел там, так сказать, костер без модов, сделать такой костер из лоток. Ну, это, возможно, будет четвертая часть. Если хотите четвертую часть, пишите комментарии тоже. Так, ну, в четвертую часть я уже, наверное, перейду на четвертый билд. У меня уже в это время будет. Ну, четвертый билд, кто не знает, выходит в понедельник. Это вот совсем скоро. Это, точнее, будет завтра. Но если, так сказать, то снимаю видео я в воскресенье. А четвертый билд в понедельник. Вот. В понедельник я уже буду на четвертом билде. Видео, наверное, сниму в понедельник. Потому что во вторник уже будет пятый, наверное. Так. Интересно, да. Как видите, когда кидаем уточку, закидывал у нас пополам, куда-то улетает. Ну ладно, давайте вернемся с топориком. Так, что у нас тут? Тут у нас ночь, что еще? Так, ох ты, как много зомби. Ладно, давайте побежим домой, чтобы они нас не съели. Ну, такой маленький поход в ад. Собрали немножко вещей. Песок душ, кварц и так по мелочи, грибы. Вот, ну что, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.